Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я хочу ответить на все ваши вопросы касательно ваших батарейках iPhone. У вас звучали разные вопросы, почему быстро садится, почему плохо работает на iOS и так далее, и так далее. Первое, на что я хочу ответить, почему быстро садится. Ссылка будет в описании на это видео. Это все из-за настройки вашего iOS. Неважно какая это, iOS 13, iOS 14, iOS 15 будет. Для всех настройка действует одинаково. Если вы подведете эти настроечки под ваш iPhone, она уже как минимум на процентов 30-35 будет больше держать, чем у вас держала iOS. Ссылка будет в описании, вы разберетесь. Следующий вопрос в том, что если ваша батарейка, там вы не уверены, правильно она настроена, неправильно настроена, имеется в виду калибровка. Чтобы откалибровать батарею, нужно будет сбросить настройки двумя путями. Вы можете просто сбросить, стереть контент и настройки, восстановиться через телефон с помощью копии iCloud. Либо же сделать это с помощью iTunes, восстановиться через iTunes, опять же с iCloud, либо с компьютера. Ссылка также будет в описании, как это сделать, для чего это нужно. Третий вариант касается устройств тех, которые заниженная емкость батареи, если это от 80 до 85 еще можно попытаться сделать. Если это будет ниже 80, я уже не советую делать ни первый, ни второй способ. Он вас особо не спасет. Вам просто нужно заменить на оригинальную батарею. И все. Ставите новенькую батарейку и все. То же самое можете проделать. И у вас все будет работать без всяких нареканий. Это именно те три ссылочки в описании под видео будут оставлены ниже. Вы разберетесь конкретно на каждый из ваших вопросов, которые вы искали и попали на это видео, вы найдете решение обязательно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх и напишите мне комментарий, помогло ли вам это видео. Всем пока!